Okay, thank you very much. Большое спасибо. Хорошо здесь. Хорошо, что мы здесь собрались. И спасибо за возможность сюда приехать. Прекрасно. Спасибо за прекрасную организацию и сегодня, и вчера. Я хотела бы поговорить о микотической аневризме. Вот это моя тема. Прежде всего, я бы хотела показать несколько фотографий, которые показывают, как мы работали в прошлый раз в Хельсинки. Вот какие красивые фотографии. Мы все собирались вместе. У нас было достаточно много интересных сообщений. И нам очень, к счастью, мы все были очень довольны вечером, и у нас также получилось еще поплавать на кораблике, но хотя это было уже поздно вечером. Итак, теперь вернемся к теме. Нужно понимать, что микотическая аневризма – это бактериальный процесс, и, соответственно, мы должны понимать, что порядка 2,6% аневризм имеет поражение грибковое. И варианты лечения – это открытая операция, эндоваскулярная процедура. И варианты лечения я рассматриваю как один из возможных вариантов лечения – открытая операция с биологическим графтом, поскольку иначе и в других случаях имеется высокий риск инфекции. Итак, технология ИВАР, или эндоваскулярная коррекция аневризмы, она является минимально инвазивной, имеет низкий уровень осложнения и смертности и достаточно хорошую долгосрочную надежность. Хотя, конечно, принимаются попытки использования ИВАР при микотических аневризмах, но что известно в этом случае по поводу их надежности? Несколько случаев. Мы в Хельсинки с удовольствием использовали эту методику в 2012 году. И вот этот вот случай 2012 года. Это был пациент, у которого вчера была инфекция мочевыводящих путей, и потом вследствие абдоминальных болей была выявлена небольшая аневризма 36 мм, не была связана с болями, но мы посчитали, что ААА не связана с этими болями. Однако через 2 месяца пациент повторно поступил, и абдоминальные боли были более выраженными, ЦРБ-113 и ОЙ. Размер аневризмы уже составил 60 мм с 36, да, что же теперь делать? Мы посчитали, что поскольку на данный момент эндоваскулярная терапия не дала результат, мы начали лечение антибиотикотерапией. Через 5 недель мы проверили состояние аневризмы, и она фактически исчезла. Аневризма отсутствовала, ЦРБ упал, и мы были чрезвычайно довольны результатом. Однако затем весна пришла, даже в Финляндию она пришла, и в апреле ЦРБ начал нарастать. Пациент все еще получал цифураксим, и 27 апреля на ПЭТ-КТ не было каких-либо четких находок полученных по поводу инфекции. Однако был добавлен дексимицин вследствие нарастания ЦРБ. Лихорадочный синдром отсутствовал. 1 мая мы, конечно, все довольны. Хороший день. Но, к сожалению, для этого пациента он потерял сознание в туалете. У него возник выраженный гематемез. У него была кровавая рвота, ЦРБ-101. И образовалась аорта, кишечная фистула со случаем инфекции. И мы удалили эндоваскулярный протез, провели реконструкцию аорты, зоны аорты с подвздошными артериями. Состояние пациента хорошо восстановилось, хотя в ЭВАР были обнаружены вот эти все эти описанные бактерии. И мы должны понимать, что если мы посмотрим на публикации, мы можем увидеть, что самая большая серия таких аневризм – это 123 пациента, которые получали терапию вследствие обнаружения микотической аневризмы, и у них принялась эндоваскулярная процедура, эндоваскулярная коррекция аневризмы. 90-дневная смерть составила 46%. Но нужно понимать, что у них был достаточно большой процент разрывов.
Еще один момент, который нужно посмотреть, что смертность после 90 дней составила 26%, смертность от инфекции была 11%, и авторы пришли к выводу, что эндоваскулярную кариесную аневризму можно рассматривать как паллиативный вариант терапии. Я не уверен, что вы можете увидеть хорошо. Увидите, что это смерть связана с инфекцией или по любым причинам, а это прочие причины. Вы видите, что это достаточно частая, скажем так, ситуация. И еще одно исследование по открытым операциям с использованием биологического графта. Это также многоцентровое исследование, 56 случаев аневризм. И во всех случаях использовался некий биологический графт, либо бедренная вена, либо ксеноперикардиальная трубка, либо криоконсервированная артерия и вена, либо брался также свежий аллографт. В Таллинсе было 5 свежих аллографтов. И также срок наблюдения составил в среднем 35 месяцев. 90-дневная смертность 7,1%, 20% разрывов. И смертность после 90 дней составила 5 случаев, и был один случай постоперационной смерти. Не было случаев реинфекции, и вывод, который мы сделали, стал в том, что открытая операция с биологическим графтом обеспечивает качественную, скажем так, хорошую среднесрочную выживаемость. И вот бактерии, которые мы обнаружили в нашем исследовании у пациентов. Самым частой бактерией был Staphylococcus aureus, да, золотой стафилококк. Если сравнивать две эти серии пациентов, видите, достаточно сходные серии по среднему возрасту пациента, по среднему сроку наблюдения. И антибиотикотерапия была короче после открытой операции, 16 недель и, соответственно, 30 недель. 90-дневная смертность 7,15%. И смертность после 90 дней 9,6 и 35%. И я думаю, что это очень важно. Мы видим, что смертность по любым причинам вырастает после эндоваскулярных вмешательств. Если посмотреть на случаи, связанные с инфекцией, один случай и 11 случаев после разрыва. И в конце еще один клинический случай. Здесь вы видите также аневризму. Кто из вас считает, что это не микотическая аневризма? Не грибовидная. Видите, она выглядит... Она... Видите, это была большая аневризма, 8 сантиметров. Молодой мужчина, 55 лет. 12-й год. Что же мы сделали? Мы поставили эндографт. Пациент получал антибиотики, состояние пациента хорошо восстановилось, и ЦРБ стало падать. И что мы увидели на первом КТ после операции? Ой, что это такое? Что это такое? Это не микотическая аневризма? Что это? На самом деле, корректным диагноз саркома. Пациент получал цитостатики, лучевую терапию, но в итоге он погиб через 4 месяца после эндоваскулярной коррекции. То есть один момент с ЭВАР заключается в том, что вы не можете получить образец ткани для тестирования на бактерии, и в некоторых случаях это поражение может оказаться может не быть инфицированной эвризмой. Итак, ИВАР является действительно минимально инвазивной методикой, и непосредственно смертности, уровень осложнений невелики, частота реинфекции относительно высока. Я думаю, что один момент, в котором мы могли бы работать лучше, улучшить свои результаты, заключается в том, что мы должны давать более длительные курсы антибиотиков до операции, может, одну или две недели. Естественно, в случае разрыва, конечно, это невозможно. Но, по моему мнению, для пациентов, которые не подходят для оперативного лечения, или у которых может быть острое кровотечение, также это может быть методом выбора для бриджинговой терапии. Но если пациент подходит для оперативного лечения, я рекомендую открытую операцию с использованием биологического графта. Большое спасибо за внимание.
Большое спасибо, Марит. Да, пожалуйста. У меня небольшой вопрос. Можно ли делать эндоскалярную биопсию? Было ли возможно делать эндоскалярную биопсию в 2012 году в Финляндии? Вы знаете, мы провели первую процедуру ИВАР с мекотическим аневризмом и не брали образец, но после вот этого случая, который мы обсуждали, мы стали брать биоптаты с тем, чтобы посмотреть, нет ли бактериального поражения, поскольку проблема заключается в том, что если вы не обнаруживаете бактерию, вы, если без обнаружения бактерий, вы можете не обнаружить эффективного антибиотика в итоге. Может, не подобрать просто активный антибиотик. Спасибо.